Еще одна свежая история. Надежды на безнаказанность. Далее в нашей программе вот что уже через несколько секунд увидят жители Москвы и области. В ожидании блэкаута Лосиный остров может остаться без электричества. Кто копает под ЛЭП? Давайте я сейчас в него сяду, закроюсь и буду плакать там. Охота на должника. Что делать, если вы купили машину со штрафами? Промышленный замок в центре Москвы. ГЭС-2 меняет назначение. Трубы начнут засасывать воздух, а электричество сменит другая материя. Вести Липецк продолжают вещание федерального телеканала «Россия». В студии Елена Стегачева. Здравствуйте. Прямо сейчас подводим итоги дня. Драйверы роста экономики для российских регионов. Липецкая делегация принимает участие в большом инвестфоруме в Сочи. Липецкие дорожники приступили к аварийному ремонту автополотна. Восстановить разрушенный асфальт предстоит за 2 недели. Бессмертный Роман Шолохова языком хореографии «Донская легенда казаков России» снова на липецкой сцене. Сегодня в рамках инвестиционного форума в Сочи председатель правительства России Дмитрий Медведев провел встречу с главами регионов. В заседании принял участие глава администрации Липецкой области Олег Королев.